Все новое – хорошо забытое старое. Именно этим принципом руководствовался Дмитрий Шалбуев при разработке экологически чистой выделки шкур животных. Ученый вернулся к опыту предков, а именно использованию кисломолочной продукции, а не вредных кислот, остатки которых попадают в водоемы. Если раньше процедура обработки длилась месяц, сегодня сутки. Методика имеет и экономические преимущества. Разработка уже востребована. Инновацией заинтересовались турецкие предприниматели, которые будут использовать ее в промышленных масштабах. Сегодня за уникальную технологию Дмитрий Шалбуев удостоен государственной премии Бурятии в области науки и техники. Вообще ощущения такие, что не зря мы работали, и все-таки наша цель – продвижение данной технологии на рынок и возрождение, наверное, или создание заново кластера нового именно в области переработки овчинно-шубного сырья и создание на территории Республики Бурятия современного производства, способного перерабатывать овчинно-шубное сырье и выпускать качественную продукцию. В области гуманитарных наук госпремии удостоился Владимир Антонов, а в области образования – коллектив авторов учебно-методического комплекта «Байкальский сундучок». Сегодня наука ради науки, она уже сегодня уходит в прошлое. Сегодня наука должна быть прикладной. Мы должны получать от нее конкретные предложения, которые немедленно могут быть реализованы в жизни нашего общества. Сергей Соголов, Сергей Костенко. Новости дня.